Здорово, народ. Это Альвинос, это Ростикватерс 2. Пока что идет игра на этой сборке. Не знаю, когда я вернусь в Диван Джорни. Но если кого это интересует, просто там пока я застрял. Вот. Ну, хотя я тут, судя по всему, тоже скоро застряну. По одной простой причине. Так, 8 тысяч. Ладно, давайте вернемся к нашим баранам. Так, Return to Space. Мы сделали ракету, нам осталось туда полететь. Я думаю, что нам надо будет сегодня попробовать слетать на Венус. Венус, награды. Open the Treasures Chest. Вот. Кстати, я увидел, что тут помимо этого задания, оказывается, еще есть Jump Gate, программатор. Вот, он делается довольно-таки не кисло. Нам надо ядро хаоса. То есть это я не скоро сделаю. Надо модули хаоса, модуль. Ну, короче, вот эти вот надо. Как это хаосный. Допустим, беспроводный усилитель это не проблема. Тем более они у меня есть. Мне они выпали. Но я их сюда не ложил. Так. Вот, надо ядра хаоса. Это я вот все нашел, сделал. Это я могу драконевые энергетические вот этих вот компонентов. Хотя ядро хаоса 2 у меня есть. Их как-то там юз. Интересно, а я ядро хаоса могу? Ядро. Так, у меня есть два ядра хаоса. Они делаются вот таким способом. Ну, блин, чем как бы не шутит черт, а их разобрать, допустим, нельзя. Что-то ему. Ну, в принципе, я так и думал. Ладно, два ядра хаоса я где-то получил. Так, наверное, там со звуком у меня что-то нет. Все, как и нормально. Ладно. С этими чертями я так и не понял, как как бы расстаться. Вот. Тут еще кто-то ходит. Вот. То есть эти черти у меня тут носятся во пруду. Вот, чем я занимался за кадром? За кадром я очень много бегал по миру. Мне вот эти вот надо штуки. Давайте все возьмем, выкинем. Вот, что можно. Да, в принципе, я ж летаю. Вот. Нашел, что можно голову повесить. Ну, вот, свою коллекцию сделал. Так, мне надо вот этих вот еще. Ну, не то, что много, но надо. Появился неприятный момент всякий раз, когда я захожу в мир, у меня почему-то спавнится этот самый, как он называется, визор. Так, набор инструментов. Это быстрее всего мне дали. Так, у меня спавнится визор, из-за этого у меня маленькие проблемы. Ну, как, проблем особенных нету, но он спавнится. Вот, звезд у меня уже довольно-таки много, звезды, 60 штук, ну, относительно много. Вот, в общем, чем я занимался за кадром, если это вас интересует. В общем, у нас есть вот тут такое, Herok, в общем, собирал вот эти вот свитки, или как они, как Капитан Лок. И я почему-то не понял, почему я так пропустил, но когда я бегал по миру, вот, у нас есть вот такие вот разбитые кусочки корабля. Вот тут вот разбитый, вот тут вот я летал, вот еще разбитый кусок. Ну, я их уже по карте определяю, вот. Допустим, не, это не то, где-то еще тут были разбитые корабли, как бы куски корабля. Вот, на них надо, вот он, еще один разбитый. Ну, в общем, вот на них надо искать, вот, еще один разбитый. В общем, на них надо, вот,
Это тоже он разбитый. Надо эти кусочки искать. Я побегал по миру, мне дали вот эту вот штуку. Они что-то 200 к урону питомцев. Слот пояс, прочность 500, талисман плюс 1. Я не знаю, что он дает мне. Так, пояс. Ускоритель элитры. Элитрами я не пользуюсь. Давайте это, может, покладем. Спешка, увеличение скорости. Рука, критический удар удваивается. Ну, ладно, давайте так. Элитрами я не пользуюсь. Во-первых, я уже... что я там закинул? Вот это закинем. Вот эту... Пояс утопленника, пояс хой, кожаный пояс. Да ладно, хай он будет. Что мне от этого? Так, элитрами мы уже не пользуемся. Дальше. В лесу, где... Вот тут, наверное, живность. Вот, нашел этот спавнер. И тут у нас живность. А тут что у нас? Незер. Вот. Я теперь развожу у животных. Развожу. Развести хочу животных. Вот. Конечно, не самый быстрый способ. Мне надо их довольно-таки много. Вот. У меня тут, как видите, так, корова сиды. Вот. У меня есть, конечно, такой вот способ их разводить. Там, вот, они растут. Вот, и коровки, а остальное я выкинул, да? Ну, во-первых, для чего они мне нужны? Побывал в Алтуме, Атум. Вот, короче, повар. Короче, создатели этой сборки, они капец какие... Чтобы получить вот эти все вещи, надо посетить точно сотню пирамид. Так, Атум. Так, это литовский, это, а вот Атум. Вот. Выпадает все, что угодно, но только не то, что тебе надо. Спавнится, допустим, этот король Нут, или Камурут, король Атум, или король Шу какой-нибудь, то не шанс то, что тебе выпадет то, что надо. Ну, в общем, каким-то бешеным способом удалось выбить нужные эти штуки. Сделал я себе вот эти вот 4 реакторных. Ну, они, в принципе, легко делаются, что вот эти я делал уже ультиматум. Тем более они у меня остались, выпали где-то. Вот, это вообще без проблем. Вот. И мне дали элитно-индукционных поставщика. То есть нас ведут к этой теме. Ну, в общем, я получил вот эти вот все штуки. И что у нас остается? У нас, допустим, чтобы сделать лопату, у меня, в принципе, ну что, вот это я могу сделать, это не проблема. Но начинается вот эти вот... Лен делается легко. Он делается из рулона мягкой ткани. Это, ну, короче, это без проблем. Но вот эти вот всякие... Это мне дают пчелы. Это яйца тоже без проблем. Это пчелиные соты без проблем. Это можно вырастить. Кожа у меня до хрена. Вот, ну, остается сердце моря. Чтобы получить сердце моря, мне надо эссенция спрута, эссенция призмарина, раковина наутилуса, которая делается из эссенции рыбы и призмарина. В общем, ну, можно останки аномонитов найти. Вот. Это без проблем. Или все делается через антиматерию. Вот. Ну, аммонитов я где-то находил. Также их можно выбить... А, его еще выбить можно из плавающих аммонитов. Ну, то есть это как бы не особенно проблема, да? Но вот самая большая проблема вот это тут сердце. Сердца я найти не знаю где, тем более алмазы я посадил, осталось вот эти вот сделать.
Вот, и аммонит у меня есть. И это на каждую, но это еще не все. Юз, так, как там это делается? Допустим, топор, это чуть ли не на каждый надо. Так, юз, топор, юз, вот. Это чуть ли не на каждый надо наггет, но это все фигня. А потом этот наггет превращается в слиток. Из этого слитка мы должны будем сделать, ну вот, видите, слиток нужен. То есть эти наггетсы должны идти валом. Возможно, мы где-то получим, я не знаю. Но пока что на данный момент это довольно-таки сложный процесс. Тем более, вот эта вот линейка, из этой лопаты получить эту намного легче, чем вот эти вот синенькие. Тем более, вот этот нагрудник. Еще где-то я видел какую-то проблему. То ли кирка, то ли что-то делается довольно-таки сложно. О! Ну вот этот наггетс надо будет делать. И судя по всему, не один, как всегда. Надо будет делать вот эту вот штуку. Да, это вот лук, нагрудник. А, тут еще и наггетс нужен. Ну, спасибо. То есть начинается. По чуть-чуть, полная фигня, да? Вот, ну ладно, это ферм понаделаем, это не проблема. Пока что так далеко смотреть не хочу. Вот, пробужденный блок. А, я, может, его могу сделать, что ли? Пробужденный. Мне, по-моему, еще в прошлой серии... Блин, не так. Пробужденный. 45 у меня их. Так. Пробужденный блок. Есть. Подождите, а я уже сердца... А, я уже сделал эти... Убил трех драконов еще плюс. И получила за счет этого. Так, у нас дали вот это модуль, который некуда пихать пока что. Рецепт у него крафтовский. Может, мы его можем разобрать. У меня тогда появятся драконьи осколки. Ну, как говорится, чем черт не шутит. Вдруг. Нет. К сожалению, нет. Несмотря на то, что драконом. Ну, конечно, я могу пойти помучить дракона. Так, это мы все скидываем. Потому что вот эти вот осколки, они делаются. Но нам, у меня незеритовая пыль, это не особенно проблема. Гранул антиматерии, вот пока что проблема. Но для этого мне нужен, насколько я понимаю, мне нужен... хороший генератор. А хороший генератор мы можем сделать вот только вот в этом квесте, да. Тут энергетическая материя, виверные. В принципе, этот я могу, наверное, драконьим орк ламп можно сделать. Энергетический ограничитель. В принципе, тоже можно сделать. И ядро дракона, тут уже, и этот, в принципе, ну, как бы, наверное, совершенно дукционное, в принципе, это тоже можно сделать. Маленький фрагмент хаоса. А вот тут уже надо или мочить дракона, или что-то делать. Ну, давайте, что они там получим... А, тем более у меня, по-моему, все крафты настроены, если я не ошибаюсь. Так, чтобы получить вот этот, нам надо... Ага, мы можем его скрафтить. Так, раз, два, четыре. И... Так, два черепа возьмем. Рецепт. Спасибо. Так, я вообще-то хотел лететь на Марс. Ну да ладно, можно чуть-чуть... А,
Вот это надо. И ядро виверны. Это мы уже закажем. Далее. Все есть, к счастью. Все, она скрафтила. Дальше. Это что такое? Energy Matter. Ага. Energy Matter у нас нету вот этого. Теперь она есть. Так, Energy Matter. Это что за хренотень такая? Но это Energy Matter. И тут у нас совершенная микросхема. Это я могу заказать. Совершенная микросхема. А вот она. Две штуки. Далее все есть старт. Дальше. Долго ты там будешь делать? Долго делаешь. Ладно. Тогда пока что он это делает, мы можем попробовать вот эти сделать штуки. А, ограничители два. Так, два ограничителя. Ага, мне надо еще два ядра дракона. Так, ты там закончил? Нет. Два ядра дракона. Далее старт. Ага. Все, он закончил. Так, два ядра дракона, 4 редстоновских блока, 2 потенциометра. Чего там не хватает? Каменные плиты. Так, блин, это каменные плиты. Раз, два. Ну, за много, ну да ладно. Потенциометры. Раз, два. И все, а вот этих еще надо два. Раз, два. По идее, теоретически, раз, два. Готов этот. Готов. Окей. Нам дают беспроводный ростовый передатчик, приемник. Спасибо, они у меня есть. Дальше драконьум кламп. Драконьум кламп, насколько помню, это переработка идет. Дробитель. Ну, такое. Ладно, раз вы нам дали, это сюда-сюда. Энергиметр. А он где используется? А я же его сделал. А зачем? Энергетический метр. Для чего? А, у меня он был до древних времен. И как ты работаешь? И трансфер рейт. Ну, давайте его где-то там вот сюда поставим. Конфиг фронт бак input output input. И чё не работаешь? Ну, short mode transfer consumed. Ну, что-то показывает, и фиг с ним. Так, драконьум кламп. По идее, нам больше нигде не пригодится, только переработка. Наш дробитель. Дробящий механизм. Перерабатывай. Вот. Что же нам там остается сделать еще? Так, это сделал, сделал, сделал. Вроде ничего тут не пропустил. Осталось драконье ядро. Значит, ядро Вевиевны 4, сердце, потом 4 вот этих, совершенно индукцион. Так, я не посмотрел, чего там было. 4 совершенно индукционная ячейка. А, я их вроде бы забивал. Если не ошибаюсь. Элитная индукционная, а у меня какая продвинутая индукционная ячейка. А ее можно элитная и юзать совершенная. Ее еще можно попробовать сделать. Да? Угу. Так, вот этот. А. Это без проблем. High Destiny Power Capacitor.
Это можно все сделать. Наверное, это за кадром, это вам не интересно. Вам, наверное, больше интересно, что у нас там на Венере. Венера. Так, Венера. Значит, по Венере. Так. Rocket Fuel, емкость 28. Пошли вниз, возьмем фуэла на всякий случай. А то шут его знает, что нас там ждет. Ух ты, у меня этот закончился. Так, фуэл. Ага. А, ты так умеешь даже, да? Наполняясь. А что ты перестал? А, это показалось. Так, переключать его как-то в, то ли к, то ли, ой, нет, не то. Как он перерубается? Безопасность, режим ведра, контрол. Удерживая Shift для писания. Так, блин, я не помню. Ай, короче. Легче будет, наверное, вот так вот сделать. Так, это В перерубаем, забираем. В. Так, сколько там? 21. А, переключить, взять. Опять переключить. У нас до хрена фуила. Так, этот фуил забрали. Фуил у нас с собой есть. Ведра есть. Жратва есть. Не вижу кислород. Кислород может тут. Кислород. Так, это я вижу. А кислород где? Ё-моё. Так, еще тортик не забыл. А, вот он, кислород есть. Осталось пойти. Тут у меня, как видите, уже алмазы растут. Ну, они делаются легко, поэтому и растут. Еще не знаю, как сделать, ускорить вот эти вот. Как-то, судя по тому, что мне придет, что меня ждет, то тут придется очень до хрена ферм ставить, потому что эти ваши гидропоника, она, ну, как бы не особенно оправдалась. Во-первых, надо эфира, во-вторых, ну вот, сколько я играю, она тут. Вот, эти ускорители она применять не хочет никак, только вот один этот. Не знаю, в чем дело. Может, какая-то ошибка закралась или еще что-то. Ну, в общем, вот такие пироги. Так, мне надо один монета. Монета. Вот. Кложим сюда. Чувак. Да, я ж летать могу. Так, пирожок мне дай, чтобы я хотя бы вернуться мог. Вот он. Потом, как всегда, можно будет сделать портал, если там все нормально, не так страшно. Вот. И теперь, наверное, идем. Точнее. Ой, не там. О, сюда. Так, тут у нас рыба ловится, так что вот с этими. А, и, кстати, ракушку наутилуса ловит. И рыбу я могу сделать. Мне надо вот этих темненьких наловить. Эти у меня спавнятся, и они делаются. Да, это все хорошо. Так, у нас это есть. Блин, ночь на дворе. Ну да ладно. Так, берем костюмчик. Это у меня есть. Костюм есть. Значит, это все снимаем, одеваем. В общем, это.
Да, и фиг с ним, короче, полетели. Что тут еще может? На Луну так, на Венеру так, на Венеру. Чё, ты взлетишь сегодня или нет, э? Что-то подлагивает. Одну причину лагов я нашел. У меня стояла прорисовка 16 чанков. Я ж искал эти всякие дома и прочее. Ну, подлагивания не уменьшились. Так что насчет больших ферм я что-то сомневаюсь. Так, кстати, вот справа видно, насколько наши ракеты. Так, покинули атмосферу. Сейчас уже где-то в пределах космоса. О! Бедолаги появились. И только не говорите, что